На координационном совещании по обеспечению правопорядка в Чувашской республике обсудили ситуацию на алкогольном рынке и меры по предотвращению нелегального оборота спиртосодержащей продукции. Реализация алкогольной продукции – вопрос сложный и неоднозначный. С одной стороны, нельзя стремиться к увеличению объема продаж. С другой стороны, если уж на спиртное есть спрос, то пусть хотя бы вырученные средства работают на благо республики. Оба завода в Ядрине и Чебоксарах сейчас работают стабильно. Доля их продукции на прилавках растет. Однако есть предприятия, которые предпочитают иметь дело с завозным алкоголем. А в некоторых точках общепита, как показали совместные проверки Минэкономразвития и МВД, вообще идут на откровенный подлог. Выявлены факты реализации алкогольной продукции с поддельными марками, специальными. Кроме того, был зафиксирован оборот алкогольной продукции, который не фиксировался в ЕГАИСе, а также реализация продукции со старыми акцизными марками. Тоже в отношении всех этих материалов возбуждено дело, в том числе с изъятием алкоголя, с изъятием лицензии и наложением штрафа. По данным МВД, за 9 месяцев зарегистрировано 101 преступление в сфере незаконного оборота алкоголя. Изъято свыше 6 тысяч литров спиртосодержащей продукции. Излишне говорить, что подобные явления одинаково сильно бьют и по здоровью потребителей, и по республиканскому бюджету. Глава республики потребовал от руководителей муниципалитетов взять вопрос торговли алкоголем под строгий контроль, более активно проводить работу с продавцами. Речь не идет о спаивании людей. Речь идет о продвижении качественной продукции. К